Профессиональный музыкант очень замкнут и отстранен от реальности. Он полностью погружен в музыкальный мир и подготовку перед очередным выступлением. Дмитрий Маслеев известен как победитель международного конкурса имени Чайковского. Своим мастерством музыкант притягивает внимание всех присутствующих в зале. Вы знаете, разные чувства. Какой-то и горечи тоже. И эмоциональный какой-то. У него темперамент очень удивительный. Он не такой, как бы сказать, разливной, а какой-то с напором идет вот этот темперамент. Он наполняет тебя этими эмоциями. Это потрясающе. Первый преподаватель Маслеева рассказывает, именно огромное чувство ответственности отличало Дмитрия от остальных участников. Знаете, ну вот я сразу ему сказала, когда он приехал на такой большой концерт здесь, я сказала: Дима, вот мне хочется просто сидеть, тебя слушать. Я просто окунаюсь в то, что он играет, нахожусь там внутри этой музыки. И мне хочется, вот я говорю, вот я бы сидела так всю жизнь и тебя бы слушала. Александр Галков лично поблагодарил музыканта и вручил памятный подарок. Это, конечно, возвышает человека, делает нашу жизнь более легкой и, самое главное, понятной. Спасибо вам огромное за ваше исполнительское мастерство. Я еще раз вас поздравляю. Очень волнительно было. Вот я сегодня первый раз обыграл эту программу и приезжая в Лондон, каждый раз испытываю особые эмоции. Вот, возвращение домой. Поздравляю всех горожан и город с замечательным праздником. Желаю только процветания. Вот. Хорошей погоды. Каждый день у талантливого исполнителя расписан по часам. Уже через несколько дней он улетает в Сеул. Илья Бельков, Андрей Дармаев. Новости дня.